Вторник, 10 часов утра, завтра выпечка, готовим пшеничный хлеб, ставим опару, закваску, миска, килограмм воды прохладной, это на 16 караваев белого хлеба, на килограмм воды добавляем закваски, буквально столовую ложку можно, не больше. До этого я закваску вытащил из холодильника за час до замеса, чтобы она нагрелась, чтобы молочно-кислые бактерии проснулись. Обязательно нужно нагревать закваску в комнатной температуре, так как молочно-кислые бактерии, они спят в холодильнике. Если сразу замешаем, то они не успеют активизироваться. И будет преобладание диких дрожжей. Венчиком все перемешиваем. Все, добавляем муку просеянную, килограмм муки, на килограмм воды килограмм муки, 100% пекарская влажность, и мешаем. Мешаем. Сильно мешать не надо, так, чуть-чуть замесить. Я мешаю такую лопатку деревянную, сделал деревянную лопатку из дуба. Очень удобно, легко в руке держать, удобно мешать. В магазине такая не продается, в магазине такие тоненькие ручки продаются, неудобно, а здесь толстая, под руку сделать можно, очень удобно. Все, вот так вот замешали под пленочку и при комнатной температуре 24 градуса у меня. До 7 вечера, в 7 вечера я буду замешивать тесто. Все, до вечера.